утром встаем где-то 7 или 8 часов. Костер топишь, чай сваришь. Кто на рыбалку, кто дрова сделает, кто воду принесет. Я стараюсь беречь все. Даже как будто птицы меня понимают. На чем им летают, поют, мне хорошо от них. Музыка целый день. Но жара сильная стала. Все вон говорят, что с природой очень плохо. Человек на ногах как будто остался. Двигаться дальше не сможет без линий. Труднее стало, чем раньше.